утро у нас продолжается. Подожди. Так, малым кашку принесла, а большим тут у меня лапки. И бусик тут. На бусик. На. Так, ай! Что ты меня укусил? Ай-яй-яй-яй. Врезанул. Куда ж мне положить? Держать надо вот так. Так, идите кашу ешьте. Вам нельзя лапки еще. На. Идите. Кут-к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 ут. До крови. На. На. Бери. На тебе. Господи. Тихонько, тихонько. На, рыжуля. Ой. Так, в пакет не лазите. Кашку кушайте. Кашку кушайте. На. Где ж? Ай. Господи. Да дайте мне это. Это ужас. Ужас какой-то. Вам нельзя еще эти лапки грызть. Нельзя вам кости. На, хромушка. На. Так. Сейчас. На тебе, маманька. На. На и тебе. На. Так. На. Угу. Надо только лично давать. Так. Там еще чернушка. На. Все, чуть-чуть подъели все. Я хотела показать девчонке. Тут вот дырки позаделали. И наверху. И здесь немножко фанерой, картоном позакрывали, чтобы не так сквозило, потому что уже морозец. Так, бусику я наверх положила. Конечно, все равно холодно. Это, ну, вон, гляньте, тут коробочков наставили. Сено положили, все ж как-то будет потеплей. Вот это и кресло тут, ну, наверное, не видно. В общем, хоть чуть-чуть так оборудовали. В кучке им будет все-таки теплей. Ну, а я пошла Василия кормить. Все, Василий кушает. Пошла я. Немного печальная новость. Тот мужчина, что ругался. Опять я зашла кормить. Он начал опять говорить: забирайте его отсюда, иначе я его вообще пристрелю. Ну куда его заберу? Подъезде у них не пахнет там, чтобы он, ну, сидит, он наверху сейчас сидит, опускается вниз. Ну, видите, это люди разные. Друзья, ну, Дима пока делает зарядочку. Баксик у нас покушал. Баксика немножечко переселила вот сюда. Туда он не хочет. Что-то он не хочет дружить со щенками, да? Вообще не хочет, да? Но мама старается его тоже погладить, на ручки лишний раз взять, вычухать. Вот сейчас
Хорошо, вчера почухала, вроде даже шерсть так не летит. Что хочу еще сказать. Сегодня утром проснулась, у них тут сухо. Я, видите, я обратно вот эти бортики убрала. И дырочка, это у меня коробочек еще, когда у меня кошечка была, она котят приводила, и я им вот это так дырочку открывала, они могли залезть, погулять и назад заходить. И им сделала. Вот только вот эти тряпочками застелила, а то они грызут картонку. И они ночью вставали, понасынкали здесь на пеленку. Не знаю, как ее теперь менять, наверное. Чуть-чуть тут повытирать. В общем, и там у них сухо. Ну, уже получается, я не буду так пеленки эти настирывать. И вода, и тоже это и время. Вот. Ну, единственное, что пеленки придется менять. И пописали, и опять туда пошли. Я встала 6:30, когда вот уж свет включила, и они начали тут шевелиться, бегать. Покушали. Они теперь сами выходят, погуляют, походят, и туда уходят спать. Умные, порядочные такие. Бутылочку я у горячую уже им не ставлю. Уже они сами тепленькие. Вот, тем более у них вон на такой на дорожке стоит коробочек. Ну, я думаю, нормально. Эти лапки откинули. Баксик, иди. Ну вот так. Так, я еще тут молочка купила для нас, закипятила. А это кашка у нас геркулесовая на молоке с фруктиками. Ну и чай. Сейчас Дима позанимается, а будем завтракать. Всем приятного аппетита, кто тоже собирается кушать. Сегодня надо кашку сварить. Кастрюлька уже пустая. Я, друзья, хотела спросить, может, у кого-то вот такой тоже холодильник есть? Дело в том, что у нас вот молоко кипяченое и постоит вот несколько дней. И если сразу него не выпьешь, не скушаешь, то оно почему-то скисает. Я сегодня положила, есть такой маленький градусничек, температуру померить. Там написано, ну, показывает 12-13 градусов тепла. Но это для холодильника много. Я знаю, что должно быть 8. Но вот я не знаю, где тут включаю это, регулируется. Может, у кого-то такой тоже есть. Я не знаю, что вот это. А, это свет закрывается. Ну, надо, конечно, сейчас еще эту почитать. Книжечку, там инструкция, где это находится. Ну, может, у кого-то есть, может, это нормально, такая температура. Ну, я же говорю, надо сначала прочитать свою книжечку, а то у нас сначала делают, а потом читают инструкции. Ну, кто напишет, спасибо заранее за ответ. И снова на том же месте. И снова стихотворение коротенькое. Ну, тоже четверостишие, только по одной буе слову не. Нет, четверостишие. Просто оно так сделано. Сильно длинным записано в телефоне. А так четыре строчечки. Это тоже из комментария, не? Ну. Спасибо, кто пишет такие комментарии, что Дима выбирает стихотворение. Зачитываю. Будь счастлив, светлый человек. Пусть Бог пошлет тебе, что нужно. Любовь, удачу, счастье, дружбу и чувств, как чистый белый снег. Баксик тоже слушает стихотворение. Да, Баксик? На улице холодно,
Ну, солнышко светит, лучики, лучики, солнышко. Очень хорошо. Ну, теперь Дима читает. Будь счастлив, сильный человек. Надо рот закрыть. Давай. Нормально, все понятно. Тяжело, конечно, дается. Устает. Баксик ушел. Ну, ты бы сказал. Да, Дима спрашивает, ваша оценка, напишите. Ну, мне хочется, конечно, чтобы он все лучше и лучше было произношение. Ну, конечно, уже слова понятны. А что ты там открываешь? Кошелек мамин скинул. А зачем ты его скинул? Да, друзья, хорошего дня, а мы заниматься. Одно и то же просто вам постоянно показывать тоже не хочется. Ну, по сути, получается, что то кормежка, то еще что-нибудь одно и то же. Ну, как-то будем чередовать. А, Дима спрашивает. Вам было интересно, когда показывали, ну как, получается, полный комплекс, что мы делаем, хотя это все было в ускоренном виде показано. Ну, да, 40 минут это в ускоренном темпе, там с обрезками, а все, я же говорю, то принеси, то это перейди с одного на другой, то компьютер поднеси, то еще что-нибудь. Ну, в общем, мы так чередуемся. Пока Дима что может сам делает, я занимаюсь своими делами. Ну, а потом уже Дима. Ну, в общем, мы заниматься. Да, хорошего дня. Телеграм? А, подписывайтесь в Телеграм обязательно. Дима каждое утро выпускает там за место меня. Теперь выпуски коротенькие. И на Яндекс.Дзене. Все, укольчик сделала Василию. Там девчонки кормят щенков. И Бусик пришел водички попить. Да? Друзья, сегодня на ужин котлетки жарю. Ну, не леплю, а ложечкой выкладываю. Вот такие страшненькие получаются. Ну ничего. Палец начал нарывать. Такой твердый стал, опух. Я тут к нему хоть и обрабатывала и слегка так попарила в теплой воде соль, сода,
и марганец. В общем, стреляет. Я туда приложила еще хозяйственное мыло, размочила. И слышно, как дергает. В общем, казалось бы, там совсем маленькую дырочку сделали, видите как. Ой, все мне не слава богу. Гуляет, гуляет. Так, пеленку обсычили, я тряпочки еще, чтоб она впитала. Может, не всегда писают куда надо, да? Не всегда. Погуляли и сами залезли в домик. Все, услышали мамин голос. Все, надо еще погулять. Гуляйте. Так, друзья, котлетки я нажарила. Вкусненькие попробовала. Мелкая вермишель. И сделала опять со свеклы салатик. Чесночок, свекла и майонез. Ну, чуть-чуть подсолила. Этот раз я на мелкой терочке натерла. Так что всем приятного аппетита, кто тоже собирается кушать.